Кристины день, который завершает нашу Олимпиаду по истории предпринимательства в России. Конечно, это было очень интересное для нас мероприятие. Мы принимали участие 100 студентов нашего факультета. Это было и интересно, и опять же опыт, и опять же у нас мы можем говорить, что это было посвящено и году предпринимательства и в Тульской области. И дело в том, что это вообще тема сегодня очень актуальна и интересна. И я думаю, что многие вдохновятся и проектами по истории предпринимательства. И мне очень приятно, что одними из инициаторов и главными вдохновителями этого мероприятия была общественная организация «Деловая Россия». И наше тульское отделение, которое просто организовало это нашу такую вот олимпиаду, которая, я думаю, принесла пользу многим из вас и из нас, потому что это определенный опыт. Мы сами расширили кругозор по тем или иным вопросам в истории российского предпринимательства. Наша организация существует давно, она общероссийская, отделение есть практически во всех субъектах Российской Федерации. Я возглавляю это отделение вот уже третий год. Сопредседатель нашей общественной организации «Деловая Россия» является сопредседателем Российского исторического общества. Идея продвижения того, что знать и любить не только историю, но и историю российского предпринимательства, поскольку здесь я разговариваю с компетентными людьми, с историками, профессиональными, они прекрасно, то есть вы прекрасно знаете, какова история России, развития любого государства, это в первую очередь торговые пути. Соответственно, первый бизнес – это ремесло и торговля, и это дает стимул для развития государства и общества в целом. Поэтому сейчас актуализируется чрезвычайная история, что развитие именно российского предпринимательства для того, чтобы понимать, как развивается, как развивалась наша страна и что с учетом имеющихся знаний нужно сделать для ее эффективного развития. Потому что вы будущее нашей страны, и от вас зависит то, как мы встретим свою старость. Поэтому я очень благодарна за вашу активную позицию, за ваше участие в этой олимпиаде, за ваши знания и за ваше стремление получать эти знания. Спасибо вам большое. Это очень приятно, когда вы получаете результат, успех за свою работу. И я думаю, что предпринимательство – это такая сфера, которая совершенно нам с вами не чужда. И многие из вас после окончания университета могут найти себя на этом поприще.